Здравствуйте всем, меня зовут Зульфира, мы приехали с республики Дагестан, с села Терекли-Мектеп. Мы уже несколько дней здесь находились, и был здесь вот хорошее кафе, куда мы ходили, покупали воду деткам себе, коктейльчики, мороженое. Сегодня пришли и были очень разочарованы тем, что кафе закрыли. Это очень неудобно, особенно с маленькими детьми. Просим чиновников вашего города организовать и устранить эту проблему. Мы будем очень благодарны. Мы еще здесь остаемся на 3-4 дня. Мы просим, чтобы это все было организовано. Спасибо вам большое. Уважаемый Александр Иванович, мы вот сегодня пришли на пляж с двумя детьми. Нет возможности купить воды, мороженого. Убедительная просьба к вам. Дайте возможность отдыхающим отдыхать комфортно.